Играем. Да, мы начнем играть в такую игру, как Free Fire. Да, я тут уже чуть-чуть поиграл, вроде бы хорошо играю. Вот, у меня 5000 монет. Давайте поиграем в королевскую битву для начала бы. Для разминки, и потом поиграем еще, наверное, в какой-нибудь режим. Сейчас пока загружается. Вот, давайте. Так, игроки в безопасной зоне. Да, понял. Это вы, наверное, все знаете, если вы играете в Free Fire. У меня даже скинчики есть. Уходи. Это твоя королевская битва. Так, в самолете 50 человек. У нас 50 человек, как я понимаю. Давайте спрыгнем у торгового центра. Хотя нет, давайте прям тут. Давайте будем идти по тактике. Будем прям в центре. Прям в центре. Находиться. Здесь как раз есть здание. И если что, мы найдем... Мы можем найти тачку и с ней ездить повсюду, всех сшибать и быстро собирать ресурсы. Здесь очень много ресурсов. Так, 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 так. Приземляемся быстрее, 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 быстрее. Нужно собирать как можно больше ресов. Так, это я вижу, у нас получается оружка. Ак 47. Со скинцом у меня. Есть скинчик. У меня одежда есть со скином. Да, видите? У меня одежда крутая есть. Шлем, шлем, обязательно. Чё, прыгать? Ну, окей. Так. Давайте, пойдемте найдем. Да ладно, да ладно! Вы видите это? Вы правда? Вы серьезно? Вы серьезно? А вы правда? Смотрите, вот с этим мы победим. Я вам говорю, сейчас вот это здание заедем. Да блин, я представляю себе GTA San Andreas. Это что было? Здесь тут поблизости нету челов, а то будет плохо, если они еще мое оружие сопрут. Это будет очень плохо. Так, у нас тут три аптечки, окей. Оружка, еще одна оружка. Нужно. Так, это дробаш. Дробаш, он такой себе. Давайте возьмем АК-47 у нас. А, нет, обратно мой АК-47, дайте. Нет, то сзади меня кто-то есть. Если он пойдет к байку. Смотри, подождите. Мне нужен инвентарь. Это выходит. Да. Нет, это тоже выходит. И берем АК-47. А нет, у нас же есть вот это АК-47, получается. Что тут? Нет, все. Я просто началась уже. Пожалуйста, мотик. Мотик. Мой мотик. Он. Да, все в порядке. Мотик мой. Нам остался бронежилет взять. Возьмем бронежилет там. Аккуратненько. Я вообще давно хотел по Free Fire начать снимать. Ну, так и не начинал снимать. Это серьезно. Нет, аптечек тут нету. Ну, ладно. У меня один раз было 20 аптечек, я вам клянусь. Не знаю, как так вышло. Ты чё? А! Главное не просрать опять. Байк? А не опять? Главное не просрать его, а не опять просрать. А то я его никогда не терял. Я вообще с байком практически никогда не играл. Так, пойдемте. Внутрь дома. Давайте полутаемся тут. Если что, патроны нужны нам.
Так, бронежилет это сразу нужно нам. Еще сейчас, так, байк есть. Давайте его, если будет, если попытаемся его задавить. Нет, мы его забрали. Где-то рядом тоже был. Мне показалось, или рядом тоже кто-то был? Бита, но смотрите, если мы у кого-то найдем катану, то это будет очень хорошо. У нас есть М4 и АКР, АК-47. Пофиг вообще. Так, давайте поедем, найдем еще ресов. Подождите. Оно я почти у центра. Вот здесь прям вот здесь прям центр. Кто там? Никто меня не посмеет убить. Чё там за смс-ки присылают? Я вообще-то занят. Я вообще ничего не вижу, мне что там присылают. Пофиг вообще. Я Free Fire играю. Катана. Катана? Стоп, катана? А, это бита. Это бита. Ладно, ладно. Подождите. Ну, мы можем тут пока тусоваться и ждать челиков. Давайте, правда, похилимся. Я вижу там челика. Сейчас его пристрелим. А, блин, блин, смотрите. Меня никто никогда не тронет. Осталось сейчас чайку ждать и все. Покатаемся пока. Жесть, у меня опять нету 20 аптечек, как у меня когда-то были. Стоп, ты чё? Что это, скажите? Я ни разу такое... Я видел в Free Fire такое, но, блин, я не знаю, что это такое. Не знаю, как это сделать и что это вообще. Офигеть! Это качалка, получается? Прокачивалка? Я вижу челиков. Дабл килл давай. Блин, сзади еще. Там есть еще, я знаю. Кто? На, блин. Катан. 4 аптечки. 230 хп! Тебе дали дополнительные 30 хп. Еще дополнительные, типа, хп. Садимся, садимся. Ты здесь где? Ха, сюда. Сейчас 18 человек, блин. Блин, я не справлюсь с ними, я клянусь. Я с ними всеми я не смогу справиться. Да где они? Я не смогу. Нет. Я не смогу, ребят. Поддержите меня лайкосиком, чтобы я смог. Пожалуйста, блин. Главное не сдохнуть сейчас. Один раз я сдох. Стоп, 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 стоп. Вот это мне надо. Пока вот тут открываем. Все. Так, так. Пойдемте.
Убьем там чела. Не спирбайк. Где там сам был вроде бы, да? Подождите, водить. Байк. А нет, вот тут он. Я не умру. Я опытный игрок. Я не умру, я клянусь. Не умру никогда. Никогда не умру. Подождите. О, супераптечка! Супераптечка! Нет! Да как же так, я собирал лут? Боже, что это? Я лут собирал. Да. О, 7-й уровень! Дай-ка другое, что-нибудь поиграем. Карты личного острова. Чего? Космическая гонка! Это чё? Что такое космическая гонка? Мы будем гонять на тачках? Если мы будем гонять на тачках в космосе, это будет слишком имбово. Давай. Давай. Что так долго? Давай, быстрее. Да. Если сейчас будет космическая гонка, у меня просто мозг взорвется. Эй, я подумаю, это мне пушку дадут. Как у них пушки вообще получаются? Как они пушки берут? Как они оружки берут, а? Скажите, пожалуйста, как они это делают? Как они оружки берут? Да как они берут оружки? Где они берут оружки? Это читеры? Это взломщики? Вот я без оружки. Let's go! Чел, давай бежим! Я королевская битва? Что нужно делать? А, со мной какой-то чел. У-ху-ху-ху! Нифига себе, нифига. Нифига себе. Ничего себе. Мы можем ездить? Нифига себе. Блин, подождите. Чего? Быстрее едь! Мы тупой напарник. Куда ты едешь? Дай мне порулить. Вот. Да почему? Да пожалуйста. Да.
Все, я рулю. Вроде бы можно летать. Космическая гонка-то. Что делать-то нам? Никого не убили, я бы убил. Я учусь здесь третий год, у нас сварное дело. За любую работенку я берусь смело. Как делать сварные швы? Нужна лёза стоя. Ни кризис нипочём. Угадайте, кто я? Сварщик, парень работящий. Сварщик, электронов ящик. Те, кто хочет денег много получать. Сварщикам, конечно, пусть мечтают стать. Все мы сдохли из-за этого дауна. Водить не умеет. Блин. Ладно, ребят, такой ролик получился. С вами был Аксиум, Филмэкс Про. Всем пока.